Кукусики, а что это мы там делаем? Это мы пытаемся себя найти в... Блин, тут что не надо. И что, никак? Да блин, разве ж тут что-то найдешь, ёханый бабай? Ну да, ну да, приправок очень много. Их надо, блин, все разобрать и, ё-моё, куда-нибудь, где-нибудь, чего-нибудь подевать. Ребятки, вот наш вчерашний арбуз. Да. Вот такой вот он, розовый, но очень вкусный. Ну да. И минус еще один, у него толстая шкура. Так, короче, палец. Разрезали мы арбуз, мы водили грозный, получился у нас не красный. Не, ну розовый, но вкусный, сладкий. Ты мне вот сюда снимаешь. Я у тебя вот сюда снимаю, прикинь. Молодец какой. Что ты тут готовишь? Это Пустятину? У меня, девчонки и мальчишки, у меня тут все на куче. У меня еще утро утреннее, поэтому не обращайте на меня внимания. У меня тут еще бордель везде, сейчас, секунду. Вот. И арбуз на куче. Не влез он вчера в холодильник, поэтому мы его ставили. Да, у нас нет такой высокой полки просто. Да. Не, можно там полки переставить. Поэтому мы его поставили на столе. Что, вчера жарила печень. Угу. Плита грязная. Жарила печень. Если хочешь это что-то рассказать, ну, расскажи, что давай, ладно. Что? Блин, что-то так темно, не могу понять. Свет это отражает, ну, и темно. Короче, жарила вчера печень вечером быстро. И этот, и осталось немножко. И сегодня думаю, что его такое придумать. Потому что сварила пюрешку, но я еще не помяла ее. Не знаю, сегодня утро какое-то вообще не то. Не знаю, мы как-то, да, ничего не расщекли с ним. Коли он съездил в город, успел туда-сюда. Вот. И все равно приехал не расщепленный. Я тут скажу, как сонам была какая-то. Да что, башка болит, слушай. И голова болит, да. Что оно такое? И что самое интересное, это самое. Еще интернет отключили, вы представляете? Вообще, короче. Я склепала видео, думаю, ну сейчас выгружу, блин. Фига, туда, а, нифига. Позвонили мы туда на этот, как он, Империал, да? Да, да, Империал. Что такое? У вас столбы меняют. Раз облэнерго, да. Столбы облэнерго меняют, значит, естественно, что у нас интернет отключается. Вот, потому что все это на столбах больше. Снимают же провода, естественно. Час, два, а то и три, непонятно сколько, непонятно где. Ну, короче, как всегда, понимаете? Да. В общем, так, поэтому сейчас скинули пока на флешку. Флешку видео. На ноутбук. Да. А если ноутбук подключим к телефону. И через мобильный интернет будем пытаться передавать. Что у меня сегодня за планы? Планы особо не могу вам рассказать, потому что, как расскажу планы, у меня вечно все не так. Планы не сбывается почему-то, да? Да. Вот. Ну, стирка-то понятно, я стираюсь. Во-вторых, надо закончить на огороде то, что мы не закончили вчера поливалочки. В-третьих, сделать все-таки компот из абрикос. Вот я их сейчас хорошенечко вымою. Вот. И дальше будем посмотреть. Сейчас наша задача просто покушать. Делаю пюрешку, делаю подливку. Все, мы садимся кушать. Ты сюда. Ку-ку. Садимся кушать. Только это непонятно, обед у нас или завтрак. Ну, в общем, у нас как бы завтрак. Завтрак в обед, что непонятно. Да. Завтрак в обед, что непонятно. Короче, у нас еда вот такая. У меня больше огурцов, чем помидоров. У Коли больше помидоров, чем огурцов. Конечно. У него только петрушечка. У меня петрушечка с укропчиком. Вот, но это кто что любит. Картофечка, пюрешечка с печеночкой, кроликовской печеночкой. Вот так вот. У меня то же самое, в принципе. Вот только я же говорю, что у меня больше огурцов и укропчик еще добавлен. Пьем еще айранчик, черный хлебушек и на закуску арбузик. Розовый, но сладенький. Если войдет, конечно. Да, если он войдет после всего потому этого. Потому что мне кажется, что нет. Да? Нам еще надо на огород. Да, нам еще сегодня много дел надо переделать. А состояние, конечно, так себе, да? Какое-то. То ли на погоду, то ли на это айс, да, непонятно, да? Непонятно, блин, уснуть вообще не мог. Я сегодня уснула раньше, чем Николай, представляете? Обалдеть, обычно это происходит наоборот. Я долго не могу, а Коля быстренько. Соляночку. А, солоночку. А, солоночку. А, солоночка. Солоночку. А, солоночка. Так, ребята, ну, в общем, давайте, кто кушает с нами, всем приятного аппетита. Вот такая вкусняшка у нас на тарелочках. Надеюсь, у вас тоже там вкусненькое что-то дома. Пишите, чем вы завтракаете, что вы кушаете, во сколько вообще вы завтракаете. Потому что мы завтракаем в обед. Да. У нас так получается как-то. Все. Как-то так оно пошло, товарищи. Вот как-то так оно пошло. Так что приятного аппетита. Да, приятного аппетита. Если вы едите с нами. В обед. Под нас. В обед. Да? Привет, привет, товарищи. Вышел на улицу. В доме капец жара. Ой, блин. Просто невыносимая. Зая варит, парит, жарит, шкварит. Это просто капец. Там в доме высидеть невозможно. Хотя на улице, я вам скажу, что-то тоже не ок.
я вам скажу, жарит. Жарит, парит. При том, что у нас, блин, смотрите. Вроде все затянуло, да? Вот, но как-то оно, как-то на дождь это совсем не похоже. Так что опять полив. Опять полив, ёшкин кот. Вчера ж полили, блин, вот, половину. Зая, блин, что ты тянешь, ёшкин кот, блин? Я ж... Да вот, оно не тяжелое. Как-то не тяжелое. Давай сюда, не тяжелое. Я скажу, что нельзя, блин. Вот видите, это он мне сам ничего не дает делать. А вы мне пишете, что я нифига не делаю. Давай я развешиваю. Ну, что ты в самом деле? Легкая, но... Ля. Ну, на, развешивай. Да. Развешивать-то и сама могу. Да, хорошо. Я, это, включился, блин, ёшкин кот. Да. Короче, товарищи. Не дает же ничего мне делать, видите, сам. А потом вы мне пишете, что я такая сякая, сижу на нем на шее, ё-моё. Не сижу ни на кого. Да не, ну, тяжелый тягать, ё-моё, вещи-то мокрые со стиралки. Миска тяжелая. Ну, почти сижу. Ё-моё. Так что это дело все не очень. Так что, товарищи, короче, с погодой. Я заговорил за погоду. Погода жесть, просто жесть. Никакого дождя у нас не предвидится, хотя, видите, вон, везде все вроде захмарено. Хорошо, хоть солнышко спряталось. Так что самое интересное, ветер горячий. Горячий просто. Я вам серьезно говорю, понимаете, ветерочек обычно хоть чуть-чуть прохладненький, а это прямо горячий, он прямо обжигает, выходишь на улицу, и ты понимаешь, у меня на кухне парилка. Ну, угу. У меня какая-то парилка, знаете, выходишь сюда, думаешь, ну, сейчас, ветерочек, ага, выходишь, а тут такая же парилка. Вздохну, да? Да, это ужас. Ой, цирк на дроте. Ты хотел Мишку показать, ну, в смысле, то, что мы Мишки купили. Блин, точно, я и забыл, блин, ё-моё, что я сюда вообще выперся? Не, вообще я выперся, ребята, подышать свежим воздухом, но ни хрена он не свежий, ё-моё. То что, пойдем покажем, что мы купили, да? Покажи, покажи. Оба, ой, а то да, ну, скажи, вчера балакали-балакали и даже ничего здесь забыли показать. Да ну куда, просто времени не было с этим поливом, с этим удобрением. Короче, совсем, блин, за всем не угонишься, ё-моё, за всеми сразу. Вот. Шо, блин, машина, дай ключи, блин, ёшкин кот. Сейчас, короче, вам покажем. Оба. Открыли. Фу, блин, ух ты, ё-моё, какая тут жара, а? Ёшкин кот, в машине, конечно, жарко. Вот. Я думал, что, блин, в Жигулях, товарищи, жарко, а ну везде жарко. Кондишена-то нету. Короче, смотрите. Это, короче, подлокотник. Подлокотник, блин, ё-моё. Короче, крутецкая штука. 350 или 360 гривен. Но, товарищи, я вам скажу, это бомба-граната. О, коробка развалилась, смотрите, полностью. Ну ладно, коробка это дело такое, смотрите. Вот, кожа настоящая. Шучу, блин, конечно же не настоящая, кожзам. И пластик. Пластик, естественно, made in Китай, скорее всего. Вот, ну а кто же еще может сделать, ё-моё, как не китайцы. Но, смотрите, он реально вместительный. Ну вот ладошка моя, да, то есть здоровенный, короче. Вот открываем его сейчас, если у меня получится его открыть. Блин, одной рукой. О, получается, получается. Оба! Смотрите, какой крокодил, ё-моё. А? Короче, понятно, да? Здесь вот есть такой вот резиновый ковричек. Типа, короче, можно его тут оставить сюда, слаживать такую мелочевку, да, там. Потом раз и забрал эту всю мелочевочку отсюда и выгреб. Можно убрать ее нафиг, если не интересно. То есть закрываем, да? И смотрите, какая у него есть функция. У него есть функция сдвига, видите? Хоп, сдвинулся, хоп, задвинулся. Это для чего? Для того, чтобы его удлинить. Вот смотрите сюда теперь, товарищи. Оба, ой! Фух, о! Смотрите сюда, вот этот подлокотник, что здесь есть родной. Родной, короче, вы видите? Вот какой он. Объем, короче, здесь, смотрите, ну вот, кулачок, да, мой, сюда еле входит. Вот. Объем в кулачок. Раз. Ну и вот так вот он откидывается, дальше не откидывается. И вот здесь вот непонятно, ну, для пачки сигарет, как я предполагаю. Вот. Смотрите, он, короче, вот так вот снимается, здесь еще два... Ой, все. Там два болтика откручивается, да? Остается у нас вот такая площадочка. Вот, на эту площадочку устанавливается новый подлокотник. Вот такой вот. Короче, чтобы вы видели разницу, вот, посмотрите, разница, да? Вот, и он будет вот так вот немного дальше. Ну, не немного, а нормально дальше. То есть, реально, вот под руку будет то, что нужно. Я просто реально, понимаете, привык
Ездить с подлокотником, товарищи, просто привык, капец, как руку положить некуда. Вот это я еду, теряюсь, блин. Здесь еще, видите, срез такой есть для водителя, не знаю зачем. Ну, короче, ладно. О! С подлокотником бомба-граната. Ну, можешь подержать. Фух. Так что так, товарищи, держи. Ну, вытянь сюда, покажи. Показал. Короче, я хотел заклеить. Зая говорит, блин, цепляем бампер, говорю, блин, это. Мухобой. Ну да. Ой. Ну потому что получается, что там. Ну давай ее туда наперед пойдем. Покажем. Давай. Потому что, видите, вот это вот мне не нравится. Вот это вот. Тут мухобойка старая была, и она из-за этого вот эти крепления расцарапала. И получается, под нее все время вода из них попадала, и вот это вот. Ну это да, это конечно надо взять, посрывать, что срывается, зачухать и подкрасить. Ну вот видишь, вот. Такими пятнами пошло, ну это вообще. Да. Ну, сейчас, короче, посмотрим. Не, ну вообще-то с мухобоечкой новой, конечно, красивее. Тут просто была мухобойка, она стрёмная такая, просто ужас. Сейчас положим новенькую, прикинем. И, опа! Закрывает? Ну, конечно, закрывает. О, все, смотрите, как хорошо будет. Закрывает оно все там плотненько, все хорошо. Его главное плотничком прикрутить. Ну, короче, понятно. Только да. Нет, и вот здесь вот сильно далеко, а там не сильно далеко. Ну, вот я же просто прикинул. Ну, прикрываем. Да. Вот так вот. Вот так вот прикрутим ее, и будет хорошо и красиво, правда ведь? Оно будет закрывать вот эту всю фуфушку. Вот такое вот дело купили. Да. А, уже даже немножко приклеилось. А оно же клеится? А там эти. Пяточки самоклеющие. А, так надо убрать их. Сейчас. Короче, ну и ветровички. Ну покажи, куда они цепляются. Хоть один куда-нибудь. Хоть один. Вот такие вот. Кстати, мухобойка сколько? 130? Вот это 130. Вот это 130. Там есть какой-то подороже пластик. 180, да. Я не знаю, я не вижу смысла в нем. Так, ну подожди, 230. 230 стоит вот это вот. А вот эти штуки 130 стоят. Вот эти 130, да, а подороже есть 180. Целый набор вот это вот. Короче, ну вот оно что, ну, товарищи, поняли, да? Что это такое, короче. Вот это оно не будет... вот так вот. Да, во-первых, ну... Во-первых, можно открыть окошко, если где-то оставляешь машину возле магазина. Приоткрыть его немножко. Окошки, чтобы, ну, машина дышала, да, чтобы там не задохнуться, блин, думаю, от этой жары. Никто не будет видеть, что оно там открыто. Во-вторых, когда... солнце. Ну, солнце особо не скрывает, оно, конечно. Не, ну, скрывает немножко, потому что я же говорю, что вот когда... тут уже просто, когда приехали, привезли Мишу, оборвал Вадим, сразу же взял, вот такие старые, видите, были? Ну, вот они, вон, видите, потресканы, они уже от времени, от солнца. Вадим сразу оборвал, а когда я садилась в нее, чуть-чуть оно хорошо скрывает. Чуть-чуть оно хорошо скрывает. Солнце немножко не так бьет в глаза. Хоть и тонированные окна, но все равно, знаете, солнце бьет в глаза. Так, ну, что, короче, это хорошо, оно вытягивает ветер. Да, вытягивает и муху не запускает. Если муха будет лететь, она не влетит мне со всей дури в глаз, если будет приоткрытое окно. Так что так. Ну, в общем, и ну и на заднее вот такие же получаются, только новые. Ну, понятно, да? Будет оно смотреться. Вижу, сзади самоклеечка, да? Ага, для вот тех, кто не в курсе. Оно... снимается этот самый, вот пленочка защитная не снимается красная, да? И клеится просто. Да. Только да. Сначала надо там все пообдирать, блин. Пообдирать аккуратненько, там почистить. Чтобы чистенько было. Да. А ты штуку купил, показал, да, туда? Какую штуку? А, да. Подлокотник. Подлокотник. Да. Подлокотник. И вот все тут нам надо еще приклеить. Представляете, покупали мы зеркало. А, зеркало здесь тоже купили новое. Потому что старого там крепление было сломано, и получается... оно болталось. Болталось, не подключалось, и вот это уже зеркало, само зеркало, уже было такое, такого качества, знаете, ну... Я ему показал. А, да? Ну, вон, покажи. Только единственное, что, видите, вот эта вот штука белая, это отклеилась отсюда крышечка. Сейчас я вам покажу, какая крышечка. Она тоже держит, на самоклейку клеится, видите? Вот такая крышечка. Это старое зеркало у нас. И вот тут эта вот крышечка, вот она. Тут она отдирается. И она у нас лежит в багажнике. Надо найти наш, где вот это вот скотч двухсторонний. Вот и оно. Приклеить. Вот, смотрите, какое зеркало. Родное. Видите, плямы тут на нем. Оно уже покоцано. Ну, оно уже, да, покоцано. И оно было, видите, матовое. Это он уже поменял, видно, что оно глянцевое. Видите? Одно зеркало было у него вот такое, уже помененное. А второе телепалось вот это. И вот тут вот сломано, видите. Ну, вот видно. О. И она держалась на одном болту.
Короче, держалась на болту, оно шаталось, и это, и он ничего в него не видел. Да, и невозможно разглядеть, когда едешь, и вот так вот все. Ну да. Вот, это нехорошо. Ну, только я же говорю, надо взять самоклейку и приклеить с той стороны, потому что старая самоклейка, видите, качество так себе, вот, и отвалилась. Просто взять нормально. Я думаю, оно просто у них лежало долго. Да. И отклеилось. Да. Вот. Ну и, короче, зеркало это стоит 700, да? 700 гривен. Ну, оно, знаете, почему так дорого стоит? Потому что оно изнутри регулируется, там подсоединяются проводки. И оно с обогревом, да? Да, и подогревом. С подогревом, короче. Зимой оно, то есть, не замерзает, не едешь себе спокойно. Не надо открывать окно, и вот уж шкряп, отшкрябывать. Так что такие пироги. В общем, как-то, вот, видите, это старое. Вот и там такая же была. Да. У Зайкиной стороны. У Зайкиной стороны. Это все аккуратненько будет, надо оторвать и почистить, и приклеить новое. Так что так. А я пошла банками заниматься. Банки простерилизовала, сейчас компотика быстренько сделать, да и все. Вот, из той абрикосы, пока она еще у меня живая. Кстати, я подумала, у нас же и персик есть. Если не хватит абрикоса, я могу в персик закинуть, да? Будет уже прикольно. Да, будет вкусненький. Да хватит абрикос, там ему, там, блин, 3 кило абрикоса, я не знаю, что ты собралась консервировать. Ну. Я же буду выбирать плотненькие, они, те там есть такие, что уже совсем плохие. Будешь. Ну да. Понятно. Помыть-то их помыла все, но они же там есть такие прям совсем нехорошие. Блин, хорошая самоклейка, ты посмотри. Угу. Когда наклеена, видишь, криво. Смотри, тут больше зазор, а тут меньше зазор. Угу. Кто-то клеил так. Ну, надо ее будет аккуратно ободрать, но она обдирается тяжело. Да? Угу. Ее надо то ли растворителем, то ли чем, оно так не А давай, знаешь что, возьмешь в Ютубе и посмотришь. Да, кстати, надо глянуть. Самая хорошая штука. Если что-то не знаешь, заходишь в Ютуб и все знаешь, блин. Честное слово. Мы так многое делаем, да? А это смотри. Вообще. Тут отклеилось легко, а тут все равно. Да, но на машине остается. На машине остается. Короче, вот так вот, товарищ. Да. Ты мне поможешь законсервировать? Я залью все, а ты закатаешь. Нет. Конечно, помогу. Ну ладно. Ну ладно. Так, собирай после себя сразу вот эти все бумажки, так и валяться будут. Оно уже одну унесло мне в этот, в цветушки. Вот, ё-моё, вечно покидаешь, а потом, блин, оно все валяется. Ветер поднимается, видите, какой? Поднимается ветер, ветер, ты могу. Так, все, пошла я компота усконсервирована. Хорошо.